Так, вот такое приспособление я придумала. Это ящик, это бывший шест для цыплят. И вот тут решено было обить его поликарбонатом или еще каким-нибудь материалом, ДСП, ДЭВП и так далее, чтобы посадить курицу. В данном случае у нас сидит курица Павлова. У нее, да, поломана нога, и чтобы ее другие куры в курятнике не били, потому что они бьют слабых кур, было принято решение ее сюда пересадить, потому что больше ее пересаживать некуда. Вот, обход вот так заделан, скамеечкой, вот так хоп, скамеечка поднимается, там у нее соломка. Это все дело в парнике происходит, чтобы у Павловой было бы теплее. Вот, крышка специальная, закрывается, если надо. Да, Пауш? Вот так вот, сиди, сиди, да, набирайся ума, набирайся. Ну все, вот такие новости. Потому что... Ну все, давай, давай, все. Такая вот красота рядом. Все, уже последний, последний деньки. Вот еще висят аурия. Аурия еще вкусные. Все.